Новые магчимости для вытворчести. У Гомелі почалася процедура долучения радиозавода до акционерного товариства «Гомсельмаш». Флагман айчинного машинобудования протягивает нарощивать объемы выпуску продукции. У тим ліку, дякуючи уделу в белорусско-российском проекте по импортозамещению. До наших соседей будут накировываться комплекты складанных деталей, которые ранее импортировались из других стран. Спотребятся додатковые площади. Их и готовы предоставить радиозавод. Супрацовництво с «Гомсельмашем» тут начали у середине минулого года, когда отримали заказ на выпуск импортозамещальной продукции. Наприкінці 2022-го агульный сход акционеров одобрил решение об долучении до холдингу радиозавода. Ранее на этом предприятии мы размещали определенную номенклатуру изготовления, детали, которые у нас были загруженной мощности, видя кадровый потенциал и производственные возможности, мы приняли решение о присоединении и вхождении в состав нашего холдинга. На данном предприятии мы планируем производить изготовление импортозамещающей и экспортоориентированной продукции. Вырашить усе пытанні об реорганизации холдингу меркуется до 1 липня этого года. У наступным завод может быть переутворены у филиал «Гомсельмаша».